I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Опа, блок данных. Ой, а вот здесь что? A pity your first outpost had to be military, but I see why. Чё это тут? Я ж тут была, по-моему, нет? Ну да. А почему я тут не это? Ай, ладно. Pathfinder. Pathfinder. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Я сделаю так. Мне кажется, с ним легче всего это все делать. С Лием, точно. Так, защита. Максимальный заряд щитов. Стойкость к урону в укрытии. Стойкость к урону вблизи противников. А, у нас это есть? А, понятно, все.
Ну, хотя бы так. Ой, сейчас будет жопа. Ну, во-первых, они уже вон там где-то есть. А, это эти. Я не хочу. Last hammer. This should finish the job. Everyone ready? Архитектор это сами. Ты смотри, твари. Блин.
патронов тут уж много. Focus fire on his head. Успел спрятаться. Last hammer. It should finish the job. Everyone ready? Чука. Блин, я не то сделала.
reinforcements. Так, одну часть-то мы выполнили. Он сейчас вот уходит. Надо как-то там заныкаться так, чтобы он нас не убил. Сохраниться нельзя. Можно сюда уехать? New remnant on the field. Нельзя. Он уже тут достает, да. Нет, это вообще не хорошо. Thank you.
еще. Go for it, Blake. Подожди, следуйте за архитектором. Куда он летел-то? А, он вот он. Thank you.
Вот гад. Там чуть-чуть ему осталось. Так, еще. Блин, я в кнопках запуталась. Почему она меня не отпутала? У меня персонаж застрял. Нет, сука, нет. У меня персонаж застрял. А, нет, я... Я не то нажала. Как ее убрать? Все. О, я так испугалась, это пипец. Yeah, it followed the hammers. Great work, Ryder. The outpost safe, and that architect should give us just what we need. Блин, я так перепугалась, что я все кнопки поперепутала, я включила случайно консоль, я вообще обкакалась просто.
Ой, я просто навонякла. Как бы это сейчас ни звучало. Но я просто испугалась. Я думаю, все, трындец. Кнопки, блин, перепутала. Персонаж, думаю, залип. Все, жопа у меня. Там эти бомбы. Сейчас последняя тычка ему осталась. Я сейчас сдохну. Божечки. Непередаваемое ощущение. Вообще кошмар. Это просто. Нет. Офигеть. Это еще я на эксперте. А прикиньте, что будет? А прикиньте, что было бы, если был бы максимальный уровень. То есть это предпоследнее. А на максималке вообще там труба, наверное. Ой, боже. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Так, давай посмотрим, что нам осталось. У нас вроде заданий-то и не осталось на самом деле. Ну, это научная станция. Здесь тоже научная станция. Может быть, где-то здесь что-то есть. Может быть, я не все объездила. Я как бы не знаю. Ну, мне кажется, что пора уже переходить на... Ну, на следующую планету. В принципе, мы здесь все сделали. Вот. И вообще нужно попасть нам на бурю. Там надо отправить наемников. Ну, как она называется? Это тут. Солдат своих мы там надо прокачать. Так, точно сюда. Ну, перспективность 100%. Вроде бы здесь пока больше ничего нету. То есть я считаю, что можно спокойно отправляться на бурю. А, нет, подождите-ка. Навыки сейчас посмотрю. Не, навыки еще доступны. Так, боевые средства, пистолет еще могу прокачать, либо... Так, а биотика у меня, боевая биотика. О, или либо тех... Не, лучше, наверное, это... А, перезагрузка у меня полностью. Либо, может быть, вот эту стоит вкачать. Увеличение урона броне, увеличение урона щитам. Броня или щиты? Мне кажется, щиты надо пробивать. Щиты. Я беру щиты. Что за поглощение энергии? Тут же, блин, я вот этой хренью-то не пользуюсь. Вот дурочка, да? Тут же можно поглощение энергии, щиты восстановлены, дополнительный щитам, дополнительный синтетиком. Вытягивает. Так, ну-ка. А, биотика у меня бросок. Так, тут вообще надо посмотреть, что лучше. Сингулярность. Гравитационный кат, который поднимает врагов без брони и щитов, наносит им урон. Ага, сингулярность, кстати, классная штука.
Я себе возьму все-таки сингулярность. Так, Джал, 4 очка у него есть. А их некуда распределить. У Лима 3 очка, их тоже некуда распределить. Ascent is go. Leaving Atwell. All clear. All systems green. Ну, отлично. Посмотрим, чего как. What can I do for you? What do you think of the rest of the crew? No. If I gossip anymore, I'll get in trouble. Tell me something else about the ship. O'Connell, our systems designer, was running a power distribution model, how power moves through the ship. But he forgot to lock his terminal and we, added a few embellishments. For 2 days, poor O'Connell was convinced that turning on all the bathroom lights would overload the engine core. Tell me something else about the ship. I'm all out of stories for now. Sorry. You'll have to make some new ones. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Хорошо. Так, посмотрим, что у нас на терминале есть. Так. Насчет брата здесь. Тереперы. Райдер. I should get back to things. Sounds good? Нет, ты мне нравишься, я говорить не буду. Ну нафиг. You have AVP outstanding, Pathfinder. У вас остались все по первому проходит. Ха-ха-ха-ха. Очень смешно. Так, что за дела-то? Perfect drift. You know we've got a finite set of tires, right? Also limbs and lives. Well, what's... Just waiting on that armor requisition slash project. No pressure. We'll talk later. I know it. Ты меня интересуешь. Замечательно. Просто так подходишь, говоришь, ты меня интересуешь. Прямо в лоб вот. Yes? I'll let you get back. I'll be here if you need me. Да вроде ничего такого нет. Hey, Ryder. What's the story? Good talking to you, Gil. Anytime. Господи, привет. Oh, come to say hi. He could use a bath, Ryder. Пышек. Пышек. Так, научный центр. Вот, ударный отряд. О, хорошо. О, отлично. Супер. Сто двадцать, у меня как раз 120. Тут, оказывается, еще можно что-то делать.
Тут улучшение для финансового задания, все понятно. Вот еще на что надо. Ладно. Что тут где-то? 70% тут. Тоже 70%. И тут тоже 70%. Офигеть, что исполнится. Обалдеть. Так, давай посмотрим тогда вот эти вот задания, вот это вот. Боязнь реликтов. А здесь у нас бандиты. Реликты, это тоже реликты. Так, нет, блин, я не ту нажала. Ладно. Ладно, будем ждать, что там. Так, научный центр и... Система управления ОПА. Так, а что тут у нас? Научные капсулы. Забрать все награды. Так, а здесь что у нас? Так, значит... Торговля, основа цивилизации. Так, это торговцы, да, коммерческие капсулы, военные, боевые ветераны со всего Млечного Пути. Научные. Так, ну коммерческие надо наладить, наверное. Так. Зарабатывать кредиты на вложениях с регулярными интервалами. Улучшены цены при покупке и продаже предметов. Увеличивают вместимость предметов. Так, капсулы что делают? Находите тайники возле уже созданных передовых станций. Так, получите бонус 10% к опыту, получаем забой. Открывает еще одну ячейку расходуемых предметов. Зарабатывайте на 15% больше кредитов за выполнение задания Apex. Шанс 20% получить оружие или броню после выполнения задания Apex. Так, а научные что? 10% количества научных данных из всех источников. Становятся доступными дополнительные обычные залежи полезных ископаемых. Цены при покупке и продаже предметов.
Зарабатывать кредиты на вложения с регулярными интервалами. Я даже не знаю, что лучше. Так, дополнительные залежи полезных ископаемых. Вот мне вот это больше нравится. Так, ну теперь можно приступить, в принципе, к исследовательским этим всяким штучкам, дрючкам. Потом отправиться на следующую планету.